Всем привет, с вами снова я, Ведьмак. Я начинаю новое прохождение на своем канале. Это, как вы видите, Deus Ex, та самая известная культовая игра, вышедшая в 2000 году и собравшая миллионы фанатов и миллионы долларов дохода. Знаю я об игре очень мало, на самом деле, я в нее никогда не играл. Но вот вам немножко фактов. Игра вышла в 2000 году, ее создала компания Iron Storm, которая в 2005 году перестала существовать, поскольку более не создала ни одной успешной игры. Издателем является Eidos Interactive. И, собственно, мир игры у нас представляет собой классическую антиутопию. Это недалекое будущее, 2050-е годы. Мир страдает от упадка экономики, от болезней, от слабости правительств, государств. Появляются различные террористические организации, происходят террористические акты и тому подобное. То есть примерно то же самое, что начинает происходить у нас в настоящем мире. И в результате этим мрачным миром правят деньги, власть и высокие технологии. То есть на сцену появляются мегакорпорации, заговоры и тому подобное. Наш герой, насколько я знаю, является агентом созданной не так давно специальной коалиции антитеррористической, и это его первое задание, наша первая миссия. Вот, собственно, все, что я знаю. Это будет слепое прохождение, я думаю, оно затянется достаточно надолго. Надеюсь, оно будет вам так же интересно, как и мне, и давайте начнем. Новая игра, будем играть на среднем. Так, имя у нас будет Ведьмак. Герою рожицу выберем белую. Будет у нас седой ведьмак. И давайте мы сделаем из него взломщика. Компьютерщик. Ага, нельзя. Так, а что у нас такой дорогой взлом? Давайте ухудшим. Ухудшить, я сказал. Улучшить. Ну ладно. Странно. Изменить изменения. Давайте еще раз. Что-то почему-то так быстро потратились очки. Вроде бы не должны так быстро. Так. А, видимо, лишний раз нажал. Ну ладно. Сделаем компьютер, электроника и взлом замков. Потому что я люблю, как правило, лазить по всяким ящичкам, открывать всякие тайные двери и тому подобное. Там всегда что-нибудь вкусненькое лежит. Хорошо, давайте начинать. Игру, как вы видите, я русифицировал с помощью фанатского и русификации, поскольку официальной у нас не существует. Также я поставил на игру ряд графических модов, которые позволяют запускать ее на более высоком разрешении с различными эффектами типа бамп-мэппинга и тому подобного. Давайте начинать. Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable. He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the Ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And they're
ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. If necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will crown its kings. Not better than kings. Gods. Да, такая вот у нас. Такое интересное начало. Явный заговор корпораций, которые позволяют болезни под названием «Серая смерть» распространиться, чтобы в результате управлять потоком лекарства. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Мы пока что ничего об этом не знаем, наш герой ничего не знает об этом. Он всего лишь новый агент. Так, у нас ломик. Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test. Вам-то, наверное, на ютубе не видно будет то, что они говорят. Remember, we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents and knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to... Так, давайте выберем... давайте возьмем винтовку, наверное. I like to pick him off from it. This isn't a training exercise, JC. I get the idea. I'm going to give you a map of the island. If you can get... I'll see да, how да, ну давай уже заканчивай болтовню, блин. Много говорите. И так все уже очевидно. Ой. Так, немного непривычного управления. У нас винтовка. Локпик. У нас возможность почитать диалоги. Угу. Нам рекомендуют использовать нелетальное оружие для... Хорошо. Не совсем понятно, что именно нужно сделать вообще. Ага, твоей основной целью будет временный командный центр террористов, бла-бла-бла. Не забывай об агенте Хермане. Это, видимо, Гюнтер Херман известный. Думаю, что его держит. Надо его освободить и, видимо, подавить террористическую организацию здесь. Так. Хорошо. Надо, наверное, осмотреться тут, посмотреть, что есть полезного. Так, в общем, мы вроде как агент антитеррористической организации, что-то типа полиции. И должны использовать нелетальное оружие, чтобы обезвреживать террористов. Ну, про этот секретик я знал, если это можно так назвать. Вот, но больше я тут, в принципе, ничего не знаю в игре. Отдай. У нас есть разрядник, которым можно обездвиживать врагов. Так, как вы оцените ситуацию? Боты запечатали их все. Мы пошли бы туда, если бы не чего-то там. Как они... Да что так быстро-то? Гитлер облажался, когда пришел приказ, он не отступил. Теперь вы должны вызволить его. Фига себе смена субтитров. Охренели, что ли? Как это прочитать-то должен? Робот. Робот. Видимо, это наш робот. Я понимаю, вон там у нас враги, да. Прицел красный. Наш братюня.
Братюня, ты чего вообще тут? Получено сообщение. НСФ повсюду, Джесси. Твоим приказом будет открывать огонь без предупреждения. Информатор Юнатка на северном причале поможет тебе попасть внутрь стата. Ищи бродягу. Пароль железо иметь. Так. Затаримся добром. И... пойдем. Так. Видимо, наши ребята положили. Если хочешь действовать скрытно, вспомни курс маскировки в Академии. Держись в них поле зрения, передвигайся тихо, используй местность для прикрытия. Но если придется запачкать руки, помни, что выстрел в голову приводит к летальному исходу. Ну, хорошо. Хоть что-то здесь, так понимаю, действует. Так. Давайте пошаримся. Ой. Ой, что там грохочет, блин. Няшки. А, у нас есть карта, вообще-то говоря. Да? Да, она не очень полезная. Добавить запись. Что за добавить запись? А, да, я могу помечать, что здесь находится. Ну, хорошо. Мы на острове Свободы, я так понимаю. У нас статуя Свободы покорёжена, ее взорвали террористы. Вот у нас там первый противник. Пробовать. Ой, нет, их двое. Хотелось бы их обездвижить. Так, противник, не смотри в мою сторону. Вообще не обращай на меня внимания. А, молодец, появился ко мне спиной. На тебя. Ой, ему не хватило, что ли? Чего тебе колбасит? Да, видимо, два удара нужно сделать. Так, давайте его спрячем. А то еще его дружки всполошатся. Голубь, курлы-курлы. Содовая, давайте выпьем содовую. Так, восстанавливает здоровье, видимо. Наверное. Что мы подняли? Нож. Полицейская дубинка. Ну, ладно. Так, зарядник у нас питается от батареек. Газовая граната. Бинокль. Биоэлектрическая батарея. Обеспечивает достаточное обмещение энергии. Бла-бла-бла. А, это нам есть, имеется возможность восстанавливать энергию. Хорошо. У нас есть превращения, которые в оригинале звучат как нано-аугментейшн. У нас технологии здесь развились для того, что какие-то наноусилители имеются. Ой, тихо. Спокойно. Голуби. Так, у меня рука тянется сохраниться, вообще-то говоря. Но здесь вроде бы нет быстрых сохранений, только стандартное сохранение. Это у нас засветка от ENB. Давайте сохранимся. Сейчас по-быстрому глянем. Имеется ли возможность... Не то. Сохраняться быстро. Это, конечно, прикольно. Действие F3, F4, F5. Да, я что-то не понимаю. А, быстрое сохранение нам под плюс. Быстрая загрузка нам под слэш. Нет. Давайте сделаем другое. Другому. Так, сделаем нампад 1, нампад 3. Окей. Не очень удобно, но сойдет. Так. Где-то тут ходил у нас дружочек. А я слышу его шаги. Надеюсь, он тут меня не заметит. Чувак, ты же меня не видишь, правда? На тебе заряд бодрости. Че, кончился, что ли? Блин. Это плохо. Я Гордон Фриман, блядь. Ладно. Это было неудачно. Кровища потекла. У нас внезапно закончился заряд шокера. Да.
Называется «Вооружили агента для нелетальной операции и дали ему всего 3 заряда шокера». Это просто гении, ребята. Шоколад. Че я... А, да, я же хотел... Еще... Управление, не то. Перезарядку изменить на R. Перезарядить оружие, а, ну так, на R. Так, можно его перезарядить? А, хорошо. Ладно. С этим у нас получилось не очень хорошо. Но, я думаю, он на нас не обидится. Перец. Видимо, перцовый баллончик. Так. Сохранимся. Так, что у нас тут? Ой, ребята. Ничего. Ой. Никого? Тебе показалось? I guess it's not. She's a cop. Тихо. Гаденыш. Успел у нас повыстрелить или нет, вроде. Все целое. Так. Тебе тоже пригодится. Отдай. Мультиинструмент для взломов и всякой другой фигни. Так, там у нас еще бродят. Чувачки. Давай теперь зарядим шокер. Сколько у него, интересно, патронов-то? Я даже не понимаю просто. Так, это граната. Размер обоймы 4 патрона. Перец. Картридж с перцем. Может заряжаться множеством доступных боевых аэрозолей. Ну ладно. Это пока не нужно, значит. Отмычка. Собственно, чем я его заряжаю? Просто не совсем понимаю. Да, ногу нам успел поковырять, гаденыш. Ну ладно. Идем дальше. У нас есть бинокль. Давайте в него посмотрим. Вражин стоит. Еще вражина ходит. И два вражины стоят, болтают. Опасно. Блин, одним шокером, походу, не справишься. Эй, чувак! Интересно, тут свистнуть нельзя, чтобы он подошел? Или если я его уберу, остальные не заметят? That's the difference right there. Just take a look at him. Bad. They cut off his arm, placed half his face. Herman, right? He's a good soldier. Killed 3 of our men. They'd have replaced his whole body if it would have improved performance. That's how you judge a man, by performance. Then eventually it's not about people, but upgrades, versions, functionality. All I know is we could use a few mechs for ops like this. Soon as we buy into the cult of the machine, we're just like them. Rhetoric. Always more rhetoric. Понятно, да. Для корпорации люди — это всего лишь ресурс. Их куда выгоднее заменить киборгами, усовершенствованными людьми. Поскольку для корпорации важен доход, эффективность, а люди совершенно не важны. Так, газовая граната. Давайте ее попробуем использовать. Я не знаю, как она действует здесь. Опаньки. Ну ладно. Давай перезаряжайся. Ну и что я должен делать, блин, хрень какая-то. Сдохну, короче. Так, чё, кончились заряды или чё? А, действительно кончились. Да. Ладно. Придется вас убивать, значит. Ну, либо обходить. Так, мы получили арбалет. У нас к нему есть целых 2 патрона. Газ, это, видимо, газовые облака расходятся. И сохранимся. Так. Этих ребят я, наверное, не буду трогать. Пусть стоят. Возможно, это, конечно, главари какие-то.
например, вот этот выглядит необычно. Давайте попробуем подкрасться к ним, подслушать, о чем они говорят. Тут вроде бы темно, хотя это все-таки D&B серия делает темноту, а также вот это вот bump mapping и свечение. Ну, слишком далеко я их не слышу, ладно. Какой-то бункер. Я не знал, что на острове Статуи Свободы есть бункер. Да еще такой суровый. На случай ядерной войны, что ли? У нас мех ходит дружелюбный. Как они с ним... О, крыса. Крыса! Крыса у нас зелененькая. Крыса, друг. Хочу я, собственно, на карачках иду. Давайте пойдем. В открытую, как белый человек. Молчать. Похоже на какой-нибудь секретик. Давайте попробуем хотя бы... Точнее, не попробуем, а вытащим отсюда. Блин, патронов дают. Специально для смертоубийства. Какие вы все-таки? Тихо. Хорошая мысль, вы сможете избежать охраны, я этим путем. Каким этим путем? Я всего лишь наверх забираюсь. А, понятно, значит, можно и так пройти. Ну, хорошо, но я хотел посмотреть еще, что у нас. Крыса, ты мне не нравишься. Ты пищишь. Сдохла. Ты чё, на крысу, что ли, среагировал? Опух, что ли, в конец? Ты тоже... Ой. Ай, убивают. Спасите, помогите так. Ну, ладно. На тебе, урод. Блин, он обиделся, что я убил его крысу. Видимо, это был домашний зверек. Транквилизационный дротик. Блин, мне успели неплохо поковырять. Это плохо, это плохо. Так, вроде бы, откуда ты вообще взялся? Тут братюня ходит. Стена меня бьет. Я вообще не могу сосредоточиться на чем-то одном. Так, давайте посмотрим, что у нас со здоровьем. Торс, давайте лечить. Блин, мне больше нечем лечиться. Ну ладно. Форти. Холодок. 40 унций содового ликера. Никому не давайте пробовать свой холодок. Так, содовый. Это значит, он алкогольный, скорее всего. Ну, ликер, понятно. Но что он делает, неизвестно. Давайте хлебнем. Ой. Оп. Меня колбасит. Я набухался. Так. Попробуем использовать арбалет. Так, и чё, ты не вырубился? А, вот как действует арбалет, хорошо. Это анкализационный дротик, это полезно. Так, я думаю, тебя здесь никто не найдет. Что у нас тут? Ага, люблю секретики. О, есть защитный костюм. Тут у нас... электричество. Наверное, этот силовой щит был поврежден при вторжении. Не проходи сквозь электрические разряды. Я засек здесь EMP поле. Если будешь неосторожен, она может отключить твою энергию. Ну, чувак, я, блин, и сам догадался, что туда не ходить. Как бы это понятно, если там бьют электрические разряды так, что их видно, то, наверное, не стоит рисковать жизнью. По крайней мере, у нас есть костюм. Дата куб. Брат, я установил турели и камеры в развалинах статуи. Поспешная мера защиты, но раз мы не останемся здесь надолго, она сработает. Логин для компьютера охраны NSF 001. Пароль Smash the State. Ясненько. Так, кнопка. Что делает кнопка? Поднимает вилку погрузчика. Но я думаю, мы можем сделать вот так. Что еще скажу? Так, ням-ням-ням. Это, я так понимаю, нужно использовать вот эту вот штучку. Давайте используем. Оп. Шунтировано. Мы его удачно вскрыли. 250 единиц навыка. Ха. Хорошо. Я люблю опыт. Ой.
Блин, ну ладно. Да, игра, конечно, старая. По ходу дела, я заглючил. А, жесть. Блин. Да. Ну, что делать, придется загружаться. Причем далеко. Блин. Ну да. В старых играх такая фигня случается. Мы потеряли где-то минут 5 игры. Ну, это уж не моя вина, вы извините. Если у нас ящики провалились сквозь пол и при этом. Так. Хочу попробовать этого братюню усыпить, чтобы он не дергался. То он, понимаешь ли, нервничает, когда я трогаю его крысу. На тебе. Тихо, 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 тихо. Сволота. Блин. Отрубись, козел. Так, опять нас косячили. Давайте полечимся. Торс. Интересно, а если ногу сильно повредят, я буду хромать? Возьмем с него немного дротиков. И спрячем его тельце в уголок, чтобы никто не уволок. Так, а тут у нас ничего нет? Так, надо F12 у нас сменить на что-нибудь более... Так, установки, клавиатура, мышь. Более... Так. Показать экран задания заметок. Где фонарик? Фонарик! Эй! На F у нас взаимодействие же, да? А чтобы поставить фонарик? Я его и не вижу. Так. F12. Так. Так, 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 так. Давайте поставим на капслок. Оно у нас не задействовано. Нажимать ее удобно. Так, на фонарик, насколько я знаю, тратится энергия. Поскольку это наноимплантант, который у нас светит прямо из глаз вроде бы. Ну, либо делает нам какое-то освещение через сетчатку глаза. Так. Теперь у нас на очереди вот этот братюня. Ой, какой я косой. Опаньки, пошел ты. Раз уже взялись. Проходить не летально. Да, все, братюня отключился. Ему захорошело. Патроны нам не очень нужны. Здесь, я помню, лежит мультитул. Здесь у нас что? Ничего. Ладно. Так, это вот это... Да, я знаю. Я понимаю, тут три различных способа прохождения этого места. Можно пройти, надев на себя защитный костюм. Можно отключить, как я сделал в прошлый раз. А можно, я так понимаю, забраться вот сюда. И перепрыгнуть. Нет? Нельзя? Вот так. Блин, чего ты их швыряешь-то? Или мне просто надо успеть? Давайте уберем, чтобы ничего еще опять не заглючило. Да, просто только как я обратно оттуда пойду. Что такое? Почему мы не залазим? Нас хитрые разработчики здесь не позволили, да, это делать. Ну ладно. Сохранимся. Ну и все. Я думаю, здесь мы выберемся. Таким вот образом. И вот так вот. Что это у нас? Огнетушитель. Я взял огнетушитель. Ну хорошо. Так, здесь у нас опасная коробка.
вроде бы она не глючит. Ладно. Модификатор. Лазер. Видимо, лазерный прицел для пистолета. Ну, для винтовки. Батарейка. Опять! Это посмотри, что за фигня с коробками-то. Давай я лучше вас сломаю нафиг. Нет. Сломаешь тут. Ну да уж. Тут теперь сохраняется перед каждой коробкой. Коробки убийцы. Все мое. Никому не дам. Так. Угу. Модификатор фокусирует. Ну, короче, типичный лазерный прицел. Мы можем его установить на нашу винтовку. Кстати, я даже не посмотрел, что за винтовка. Ой. Так. Давайте глянем, каким образом вообще увеличивать-то. Клавиатура мышь. Боже, что мы, нифига себе, у вас извращенная фантазия, ребята. Нет, middle button у нас будет использоваться как включение оптического прицела. Так вот. Здесь, ну, лазерный прицел. Так, у нас есть лишние кнопки. Мы их используем вот так вот. Хорошо. Смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И как я должен с такого вот очка попасть? Да, похоже, в будущем мне придется поставить себе мод, который исправляет вот это вот жуткое, да, ё-моё, скалирование и масштабирование этих вот интерфейсов, потому что если я буду стрелять из снайперки, то, блин, ну не так же. Это кошмар какой-то. Так, а это у нас модификатор оружия обоймы. Увеличенный магазин, бла-бла-бла. Честно говоря, я не знаю, зачем снайперской винтовке может понадобиться прицел. Давайте его поставим на... Или ладно. Пока не будем тратить. Возможно, в будущем нам пригодится это где-то. Так, возвращаемся обратно. Так, надо запомнить на всякий случай. Smash the state, NSF 001. Насколько я понимаю, здесь в компьютеры так просто не залезть. Нужно проявить какую-то хитрость. Так, по-тихому. Ага, у нас еще здесь есть ящик, который я не взял. Патроны. А зачем там? Мне тут залезу. You might be able to avoid some of the security by entering this way. Так, всякий случай. Ой. Ну ладно. Сохранился, называется. Ничего полезного нет. Нет, так, здесь, да, я уверен был, кто-то есть. А чем же мы их убивать будем? Шокер у нас разряжен, в арбалете нет патронов, снайперская винтовка работать. Ух, блин, ну я сомневаюсь, что я вот так вот смогу попасть в кого-то. Я даже не вижу, что происходит. Ёкарный бабай, ну и отдача у нее. Да, это вообще, короче, отстой какой-то. Очень удобно, конечно, целиться. Башка статуи. Да, надо будет следующей серии, перед следующей серией поставить. Позор, не так? Организация французских террористов Силуэт заявляет, что Франция напрасно передала США статуи. Мы думаем, это они спланировали взрыв. Так вам, подлые американцы.
патроны. Патронов для пистолета дает просто море. Вроде бы. 10 миллиметров это же пистолет, ну да. Нам показывают, где запас патронов-то. Так, пистолет. Нажми на значок для списка боеприпасов. Да не тебя, мне интересно. 10-миллиметровые патроны. Патроны 30 калибра. Это для винтовки. Батарейка для шокера 0. 10-миллиметровые 30 патронов. Патронов у нас хватит для пистолета. Что ж, придется убивать. Обезоруживать вас, к сожалению, нечем. Вообще, я читал, что можно... можно было взорвать. Можно пройти игру, убив всего 3 человек по сюжету. Но вы уж извините, я в эту игру никогда не играл. Я таких секретов не знаю, а переигрывать сотни тысяч раз только для того, чтобы пройти игру пацифистом, я не хочу. Так. У нас время серии подходит к концу. Извините за такое несколько сумбурное начало. Я в эту игру, как уже сказал, никогда не играл. Это слепое прохождение. Мне интересно обшаривать каждый угол. Мне интересно смотреть, что получается, если делать то, если делать другое. Вот, но я постараюсь поменьше сейвлодиться, чтобы не портить атмосферу. Вот, с вами был Ведьмак. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, приходите еще. Всем пока!